Ебать, какая погода охуительная на улице. Плюс 14. Хочется жить, творить, наслаждаться жизнью. Девочки, знаете, научитесь быть благодарным людям, тем, которые вас сделали, кто вас поддержал. Посылайте лучики любви и добра им. Спонсор моего настроения сегодня Юля. Цените, любите тех людей, которые однажды вас поверили или помогли, или что-то сделали. Потому что жизнь такая штука, блядь. Ебанет вас потом по самому. Кто-то из вас захочет поучаствовать деньгами, либо продуктами, либо какой-то помощью, то опять же можете написать Алисе. Вот она во всем разберется. С завтрашним закрытием Сахалина я решила все-таки поесть вкусняшек. У них просто нереальный хлеб, от которого я не могу отказаться. Вот так вот я объедаюсь. Тут килограмм. Это что-то тоже очень вкусное и сырое. Мне кажется, что мир потихоньку сходит с ума. А вы бессовестные, даже мне лайки не ставите. Так что я не буду ничего выставлять. Я сегодня ем, как в последний бой. Не знаю, когда опять будут рестораны работать, но надо насладиться этим моментом. Народ, вы как дикий. Честное слово. Я вам скажу, что доставку с ресторанов, да, это понятно. Это только мой дорогой и любимый Тимочка знает, что мне лучше всего покушать сделать. Мужики нахуй это выехали. А на машинах вверх открыли. Точно ебаться в карантин не с кем. Я скажу, что все население страны, которое ест доширак, выживет. Кроме меня. Я вчера его попробовала сожрать. Ну, готовлюсь к карантину. Девочки, я реально блеванула после него. Побесились и хватит. Я, девочки, еду на работу. Кто хочет, тут приезжают, я где-то до 9 буду точно в офисе. Со следующей недели я ухожу на удаленку. Ну, кому будет срочно нужна моя помощь? Я могу попалить свечи вместо вас и почитать на вас, либо там на отношения ваши. Так что я буду с вами все время, не переживайте. Счет того, что мои красотки без хуев не могут. Мне-то уже, блядь, все равно. Я буду всем помогать, чем смогу. В общем-то, будем дистанционно вас прокачивать. Тут понимаю, что некоторым из-за того, что я улыбаюсь, уже, блядь, настроение, да, портится. У меня настроение хорошее. Я про работу свою с позитивом рассказываю. Блядь, народ, ну нихуя у вас хорошего не будет, пока вы будете такими злыми.